Как будет проще оплачивать налоги, на какие льготы могут рассчитывать семьи и какие новые правила вводят при регистрации автомобиля? В рамках проекта «Химки. Интересно жить» для химчан провели семинар на тему «Что изменится в российском законодательстве в 2020 году». Юрист по экономическим вопросам, сотрудница администрации города Юлия Бедягина рассказала обо всех правовых нововведениях, которые упростят жизнь горожанам и не позволят попасть на штрафы. Если у вас новый автомобиль, и у вас есть возможность оформления данного автомобиля в дилерском центре, но вы решили, например, оформить его в ГИБДД и думаете, вот у вас 10 дней, я сейчас поезжу еще без номеров, все, теперь это является правонарушением. Во время лекции в аудитории возникали жаркие дискуссии и споры. Химчане озвучивали свое мнение по поводу каждого нововведения и задавали вопросы. На каком основании разработался этот закон, что обязательно страхование? Среди участников семинара было немало химчан, для которых такие встречи стали полезным регулярным занятием. Мы много раз уже были, и в Химках были, и здесь были. Мероприятия хорошие, когда интересные темы для нас, мы стараемся посетить. И познавательно, и как-то мы встречаемся здесь все. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей, активно поддерживается администрацией города. О ближайших мастер-классах можно узнать из бесплатной газеты «Химкинские новости». О мастер-классах можно узнать не только с газеты «Химкинские новости», хотя здесь тоже подробно описано, но и сайт «Химки. Интересно жить». Эван. За год мастер-классы стали визитной карточкой «Химок». За это время уже состоялось более 3,5 тысяч встреч по интересам.